за оборудование пляжа Ломоносовский, занявшим второе место в категории «Лучший пляж», организованный муниципальным образованием, это городской округ, район и организации, Буслаев Дмитрий Александрович, начальник департамента ЖКХ города Череповца. За создание и оборудование пляжа Зашекснинский, занявшим первое место в категории «Лучший пляж», организованный муниципальным образованием, городской округ, район, организации Буслаев Дмитрий Александрович. Хотелось бы отметить, наверное, все-таки приятно получить такую оценку за нашу деятельность, но все-таки это труд, наверное, целого коллектива, то есть это и организации, которые занимаются обслуживанием и содержанием пляжей, это и служба спасения, которая отвечает за безопасность на наших муниципальных пляжах. Ну и, наверное, этого бы не было без старшего инспектора ГИМС по городу Череповцу, без Бакулиной Надежды Ивановны, без ее такой, скажем, жесткой позиции и требовательности к тем нормативным стандартам, которые установлены именно к эксплуатации и содержанию пляжных территорий.